солнце трёшь, а скутеры крыш красиво. А Евдоким Кирилловича и кищу мы зиму. А на его как сыновья, да безвести пропавшие. И кишка мать на земле, и тоже пострадавшие. А значит, обрусевшие. Мои безвести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожелал не забыть, не заброшен. Тут разнили меня не за носок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленным гонил, чего ж мы дрожим. Возвращайся, отцы наши братья, по домам, по своим дочерям. Я вас приветствую, дорогие друзья. Нахожусь на Ваганьковском кладбище. Я сегодня, к сожалению, вместе с бельчанами не мог участвовать в возложении цветов в памяти Высоцкого дельца. Поэтому нахожусь в могиле своего кумира на Ваганьковском кладбище в Москве. Очень много людей поют песни, читают стихи поэта. Я пришел с белыми хризантемами. Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество покажено, не слушал ведь оскорбленно. Он коридорчик, а приходишь из стенки, кажется, а он просто... Но разве это жизнь когда-то в цепях, как говорил Владимир Высоцкий? Чули окровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже бабули, ремеслуки, живи да тужи. Не дерзнусь, не дерзнули, но рискнули, из напильников делать ножи. Они вот тут там легкие, адые, как это черные, рукоятки легкие, трехцветные, наборные, беловоменные, сопливые острожники, на стройке немцы пленные, на хлеб меняли ножки, первой ради в пальнике, пристены с гордоборами, и вот ушли романтики с подворотки дворами. Спекулянка была номер первый, ни соседей, ни бога, ни друзья. Жизнь. Знаете, к сожалению, большинство людей были признаны всеми только после смерти. При жизни многих любили, многих ценили, но какое-то такое мировое признание все-таки оно было только после смерти. Я очень много читал в детстве, очень много смотрел его фильмов, так же, как большинство из вас. И сегодня, значит, находиться рядом со своим кумиром для меня огромная честь. Это не первый раз, сегодня я третий раз, ну, за все годы жизни в Москве смог посетить могилу легендарного поэта и своего кумира. Значит, очень благодарен всем тем, которые чтят память о Высоцком в Бельцах. Сегодня много людей пришло к его памятнику. В Бельцах у нас находится, кстати, самая большая композиция в честь Высоцкого. Бельчане ее хорошо знают. Я, как потеплеет, займусь центральным парком, в котором находится памятник Высоцкому и этого композиция. Я рад, что сегодня там очень много детей, мам с колясками. То есть это
место, у которого собираются люди, и это место одно из немногих мест, где люди могут реально думать. А думать мы должны обо всем, что происходит в жизни. И самое главное, именно рядом с Высоцким я еще раз убедился в том, что мы все правильно делаем, никакие цепи нас не смогут удержать, а жить в цепях абсолютно бессмысленно, так говорил сам Высоцкий. Поэтому люблю Высоцкого, люблю всех вас. Спасибо, всем хорошего дня.